Наша жизнь – это сражение. Так много трудностей, решений. Днями мы ходим вокруг одних и тех же стен, как израильский народ вокруг стен Иерихона. Ситуация не меняется. Обстоятельства говорят о том, что эту крепость не взять. Стены слишком высоки. Но как бы они ни были высоки, мы продолжаем славить того, кто знает, как одерживать победы. Исход любого сражения нам уже известен. И наша хвала прорывается сквозь любые стены. Пусть наш враг слышит, что мы уверены в том, кто на нашей стороне. Нет стены, которая бы не пала, услышав, кто сражается за нас. Мая 19:00 мы будем славить. Присоединяйся, чтобы вместе прославить того, кто победил.